Городской культурный центр «Планета» приглашает. Легкий жанр. А что это такое? Что-то незначительное, развлекательное? То, что может звучать фоном? Разве подходит это определение для лучших творений композиторов-песенников? Конечно, нет. И стихи должны быть берущие за душу, дающие толчок фантазии музыканта. И исполнителям нужно вложить весь свой талант, чтобы родилось чудо – песня. В программе прозвучат песни Бабаджаняна, Пахмутовой, Таривердиева, Тухманова и других замечательных авторов. Ждем вас 26 ноября в 19:00 в Центре культуры и досуга «Юность». Вход по абонементам 1 и 2 и по билетам.